Здоровье, молодость и красота. В борьбе за эти пункты люди готовы отдавать огромные деньги, искать любые способы сохранить себя в тонусе как можно дольше. Овощи и фрукты богаты витаминами, микроэлементами, простыми и сложными углеводами, которые необходимы организму человека для нормального функционирования. А еще это источник растворимой клетчатки, которая помогает поддерживать микрофлору кишечника в норме, а также снижать уровень холестерина в крови. Сейчас, в летние месяцы, привлекательность овощей и фруктов заключается еще и в том, что сезонные стоят дешевле привозных и отличаются более насыщенными вкусовыми качествами. О пользе конкретного плода расскажет его цвет, подчеркивает врач-диетолог областного кардиологического диспансера Людмила Сидорова. Красный цвет – это ликопин, то есть это наше мужское здоровье и наше здоровое ДНК. Оранжевый и желтый цвет – это содержание бета-карнитина, альфа-карнитина, витамина А. И самое важное, эти микроэлементы играют большую роль в иммунитете и обладают большой антиоксидантной активностью и наше здоровое зрение. Зеленый цвет – это содержание хлорофилла, лютеина, это здоровые легкие, здоровый кишечник и витамин К, который необходим нам для кроветворения. Белые овощи и фрукты – хорошая профилактика вирусных заболеваний, а фиолетовые помогают поддерживать когнитивные функции организма и здоровье сердечно-сосудистой системы. Правда, несмотря на пользу сезонных плодов и корнеплодов, употреблять их в сыром виде можно не всем. Самые полезные свойства – содержится у нас как раз в сезонных овощах, в сырых. Но есть заболевания, которые сырые овощи не показаны. И это при обострении различных желудочно-кишечных заболеваний мы ограничиваем подачу в рационе свежих овощей, заменяем их на тушеные, запеченные или отварные. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять от 400 до 500 граммов овощей и фруктов. Последние лучше съесть в первой половине дня, ведь фрукты и ягоды содержат в себе фруктозу, которая влияет на уровень сахара в крови. Кстати, летнее время подходит для монодиет. Так, за 3 дня на овощах, фруктах и ягодах можно избавиться от лишних 3-4 килограммов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».